Сейчас у нас происходит достаточно серьезный подъем заболевания, и в первую очередь мы видим его среди детей, как говорят врачи, детского населения. Поэтому сегодня я основную детскую поликлинику посетил, поликлинику номер один Петропавловска-Камчатского. И действительно нагрузка, мы пообщались и с врачами, и с главврачом, и с медперсоналом, серьезно возросла. Примерно в 4-5 раз увеличилось количество вызовов. В то же время хочу отметить, что очень позитивно, что все родители с детьми остаются дома, здесь в поликлинике почти никого нет, нет очередей, нет столпотворения, минимизировано оказание, так скажем, профилактической регулярных осмотров, и это позволяет снизить темп распространения заболеваемости. Хочу еще раз напомнить, что при первых симптомах простуды, РВИ, гриппа, коронавирусной инфекции нужно оставаться дома, вызывать врача на дом и ждать, соответственно, прихода. Все вызовы обслуживаются день в день, то есть в течение суток. Все вызовы, все больные посещаются врачом-педиатром, соответственно, берутся тесты, и затем через день осуществляется контроль. Для этого специально привлечена бригада студентов колледжа нашего. Проверяют, что лекарства доставляются, ну и уточняют, нет ли какой-то дополнительной потребности и необходимости. Поэтому, несмотря на нагрузку, поликлиника справляется. Хочется пожелать сил врачам. Самая главная нагрузка на них. Ну и еще раз обратиться с напоминанием всем нашим гражданам, что при заболевании нужно не идти в поликлинику, а оставаться дома, минимизировать сейчас плановые осмотры и минимизировать ту нагрузку, которая на врачей ложится ввиду той помощи, которую можно немножко отложить по времени.